Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии. Мы в программе «Время для исцеления». Продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила вас. А теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, kau ajaib, tiada yang seperti kau, Yesus, kau besar, kau sama-sama, sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, Yesus Tuhan, amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sekali lagi, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah kau, ya Bapa, ku sembah kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Angkat suaramu, nyanyikan. Ku sembah ya Bapa, ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidup. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, selama-lamanya. Dalam hidupku selalu. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь, потому что наш Господь достоин.
Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым. Иисус, ваш Целитель, и мой Целитель тоже. Когда Иоанн Креститель был в тюрьме, он услышал слово об Иисусе. Он послал своих учеников к Иисусу спросить, «Ты ли тот, кто должен прийти? Или нам ожидать кого-то другого?» Иисус не ответил на этот вопрос, потому что был занят служением массам. Исцелял больных и изгонял демонов. А затем он сказал ученикам Иоанна Крестителя такие слова. «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Блажен тот, кто не усомнится во мне». Это Иисус делал 2000 лет назад, но это еще не все. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти человечество, и Библия говорит, что все мы согрешили и отпали от славы Божией. Плата за грех — смерть. Есть три вида смерти. Смерть. Во-первых, духовная, когда слава Божия покидает человека. Во-вторых, телесная, когда дух человека отделяется от его тела. Ну и в-третьих, вечная смерть, пребывание в аду. А что Библия говорит об аде? Ад — это ужасное место внешней тьмы, где будет плач и скрежет зубов. Ад — это место, где черви никогда не умирают, а огонь никогда не угасает. Ад — это место, где будут вечные мучения огнем и серой. Мучения будут длиться день и ночь без конца. Итак, ад — это ужасное место. Поэтому Господь Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество от ада. Иисус datang membawa keselamatan. Иисус datang membawa kesembuhan. Kasihnya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa keselamatan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasihnya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. А как же Он спас человечество? Библия говорит, что не знавший греха сделался грехом за нас, чтобы в Нем каждый верующий в Него мог стать праведностью Божией. Это означает, что Господь Иисус должен был умереть вместо нас. Мы должны были умереть, но Иисус заменил нас. Если мы посмотрим на то, как Он умирал, то это было бесчеловечно. Иисуса били плетьми, на Него надели терновый венец, Его руки и ноги пригвоздили, Его кровь лилась отовсюду, а после этого Иисус висел на кресте. В тот момент
Иисус страдал как телесно, так и морально. Телесно Он задыхался, морально все насмехались над Ним. Даже один из преступников, висевший рядом с Ним, насмехался над Ним. Почему Иисус умер именно так? Почему так бесчеловечно? Почему должна была пролиться кровь Иисуса? Библия говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. Для того, чтобы наши грехи были прощены, Иисус должен был умереть таким образом. А что еще? Библия говорит о смерти Иисуса. Во-первых, Он забрал наши болезни. А во-вторых, Он понес нашу боль, и Его ранами мы исцелены. 2018 — это год необычных чудес. Не видел того глаз, не слышало того уха, и даже не приходило в голову, что Бог приготовил для нас. Иисус совершает для нас необычные чудеса. Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера. А Сам Он оставался, пока не отпустил народ. А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору. Он был один, и Он молился. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. Приблизительно в 3 часа ночи, перед рассветом, Иисус пошел к ученикам. Он ступал по озеру, но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» Так закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними: «Успокойтесь, это Я, не бойтесь». «Господи, если это Ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к Тебе по воде». «Иди, — сказал Иисус». Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но, увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. «Маловерный, — сказал он, — зачем же ты стал сомневаться?» Когда они вошли в лодку, ветер утих, все, кто был в лодке, поклонились ему. «Ты действительно Сын Божий, — сказали они Иисусу, — и были правы». Когда лодку учеников били волны из-за сильного ветра, Иисус шел к ним по воде. Это было необычное чудо. Они закричали от ужаса, потому что подумали, что Иисус — это призрак. Иногда, когда по лодке нашей жизни бьют сложные проблемы, Божья помощь — необычное чудо, часто считается проделками сатаны. Мы видим, что Иисус сделал для Петра, который попросил его пойти по воде, чтобы доказать, что он Бог, а не призрак. Это доказательство того, что Иисус очень сильно любит Петра и своих учеников. Когда Петр увидел ветер, он испугался и начал тонуть. Я видел, как Иисус исцелял людей с помощью необычного чуда.
Когда они начинали сомневаться, то снова заболевали. Как Иисус попросил Петра в тот раз, Он просит и вас: «Не сомневайтесь, а только верьте». «Не сомневайтесь, а только верьте». Когда Иисус сел в лодку, ветер полностью утих. Это тоже необычное чудо. Люди, бывшие в лодке, поклонились Ему. Они упали ниц и сказали: «Ты истинно Сын Божий». Иисус может творить необычные, уникальные чудеса, потому что Он Божий Сын. Иисус — это Бог. Человеку это невозможно, но не Богу, потому что Богу все возможно. Для Бога нет ничего невозможного. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi dia. Нет ничего слишком сложного для тебя. Нет ничего слишком сложного для тебя. Если вы верите в Него, то вас ожидают необычные чудеса. Кто из вас хочет быть исцелен Господом? Если вы хотите переживать необычные чудеса, то поднимите руки. Отец, ты видишь эти поднятые руки. С тобой нет ничего невозможного. Необычные чудеса и исцеления происходят прямо сейчас, поэтому принимайте их во имя нашего Господа Иисуса Христа. Принимайте их! Аллилуйя! Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. С вами сегодня, как и всегда, был Билли. Увидимся через неделю. И пусть Бог обильно благословит всех вас. Mata kami tertuju padamu, Engkau pokok pujian, pusat penyembahan kami malam ini. Haleluya, haleluya. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Berdaulatlah ya Tuhan atas hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Buat kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
kami akui dengan mulut dan hati kami Tuhan Engkaulah Sembah Tuhan Haleluya Oh Tuhan Kami akui Kami akui Berdaulat Atas hidup kami Oh Tuhan Ayo terus sembah Tuhan kami di tempat ini maupun kami yang ada di rumah ya Tuhan dari saat ini dan seterusnya ya Tuhan Engkau Raja Engkau Tuhan atas hidup kami Haleluya Haleluya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Oh yes Lord kami tinggikan nama-Mu Bangkit berdiri, katakan tinggikan dirimu, Haleluya. Oh, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu.
kemenangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorak-sorak.